Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Внимание! Акция! С 1 февраля по 8 марта пятикамерный профиль по цене 4750 рублей. Микропроветривание в подарок. Буквально вчера мы показывали вам эту опору. Напомню, проблема была в том, что с нее свисал непонятный кабель. Как видите, прямо сейчас на ваших глазах проблему устраняют. Да просто нулевой провод. Раньше он старый ввод шел на здание. Сейчас все это сделано кабелями изолированными. Просто старый ввод отпал, просто его раньше не убрали. Вот. Благо, конечно, что провод был без напряжения, но радует в этом случае то, что мелочи-то устранили оперативно. Вам не кажется, что этот дорожный знак, который находится на улице Ленина, развернут? Я, например, именно так и считаю, ведь он предназначен именно для того транспорта, который проезжает по этой полосе. Обойдя знак, с другой стороны становится понятным. По сути, он запрещает водителю остановку и стоянку в этом месте. Из-за того, что знак развернут, водители здесь останавливаются. И мелочь эта, конечно же, неправильная. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание, как приходится ходить людям на этом участке тротуара по улице Ленина. Дело в том, что из-за того, что ветки находятся слишком низко, им приходится наклоняться. Пожалуйста, одевай. Снегу, когда больше вообще это, вот так наклоняйся. Они же вот сейчас больше и больше наклоняются. На самом деле ветки несут в себе прямую угрозу не только людям, но и линии электропередач. Как видите, в них запутался кабель. А значит, здесь необходимо сделать такую мелочь, как обрезка веток. А рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Натяжные потолки любых размеров и цветов от 350 рублей. Кафе «Пельменная», улица Ленина, 47. Бизнес-ланч – 100 рублей.